На Театральной площади появится новая курортная достопримечательность – мемориальное сооружение в честь известных российских флотоводцев. Триумфальная арка и новый сквер украсят вход на главную площадь курорта со стороны улицы Крепостной. Город воинской славы. Известный город всей России. Конечно, здесь должны быть обязательно объекты притяжения, такие места, у которых в памяти у тех отдыхающих, которые приезжают, они должны о чем-то говорить там другим людям. То есть они должны говорить, мы были в Анапе, там такая триумфальная арка. Мы же, грубо говоря, я не хочу там обидеть никого, да, мы же говорим, что в Париже есть триумфальная арка, да? Ну а чем не сравнится, да? Дизайн-проектом будущей достопримечательности займется Юрий Райс. Его рекламное агентство сейчас готовит варианты. Уже известно, что на Триумфальной арке будут расположены фрески в память о выдающихся русских флотоводцах и их победах. Это главная идея, которая легла в основу проекта. Здесь за Анапу бился весь цвет русского флотоводства, да, Федор Ушаков, причисленный к лику святых, да, адмирал Грейк, адмирал Серебряков, то есть все ведущие здесь сражались, и много было битв. И победили русские, и без победы на море не могло быть завоевания, которое сделали уже там генерал-фельдмаршал Гудович. Триумфальную арку установят со стороны Театральной площади. В качестве основного материала будет использован натуральный белый камень. Из него построена одна из арок на Пионерском проспекте, открывающая проход к морю. Со стороны улицы Крепостной будет разбит сквер с тротуарами и скамейками для отдыхающих. На входе в зеленую зону поставят пушки времен русско-турецкой войны. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа регион.